Всем привет! Сегодня 16 октября 2017 года. И мы обратно на Печене. Печенецкое водохранилище, Украина, Харьковская область. Сегодня по прогнозу сильный ветер, северо-западный. Сначала хотели под Черный лес, но ветер оказался ближе к северу. И там невозможно рыбачить, потому что очень сильный ветер. Волна большая, ну волна не... Тем более сейчас уже холодно, плюс 5 где-то. И совсем на другую сторону водохранилища перебрались на ветерок. Тут более комфортно, вода еще низкая в водохранилище, и можно прекрасный берег, песочный, можно рыбачить. Елки-палки. Сегодня буду рыбачить на фидер. Так, прикорм. Я неплохо тебе зарекомендовала на прошлой рыбалке прикормка от компании Флагман. Про Competition. Turbo Golden. Turbo холодная вода. Она темная. Ну, приоритете, я думаю, если что-то получится, будет плотно. Прикормка у меня еще есть. Но я для начала килограмм замешаю. Какой-то эффект турбо, скорее всего, она хорошо пилит. А что тут я пошел? Для экономии электроэнергии. Ну, я добавлю свою фишку. Я уже зимой использовал неоднократно. Зимой неоднократно использовал кукурузную муку. Я экспериментировал в банке, и она дает очень мощную муку. Для плотвы нужен столб муки, чтобы она постепенно опускалась, и с чем благоприятствует кукурузная мука. Я ее добавлю килограмм, грамм 300. Я думаю, кашу маслом, масло кашлом не использовать. Домашняя прикормка развала. Сюда добавлю чуть-чуть. Где? На. Чуть-чуть. Мне хватит. Вот все это поймет. Оно будет пылить хорошо. Для этого хватит. Пойдет, товарищи. Пускай она будет белая, но оно оставаться в толще воды будет. Там больше добавлял. Слепая рыба тоже увидит. Да? Да. Сигарета. Курить вредно. А ты что, бросил? Да, дару на место. Молодец. И увлажать прикормку буду разваренным в пюре горох. Горох тоже добавляет свой запах и создает мусор. Рыба, привыкшая на этом водохранилище к гороху, это уже неоднократно подтверждено. Пюре вообще получилось такое, что даже придется, может, даже и воды добавить.
все, сейчас замешиваем прикормку и буду готовить оснастку фидера. Отлично, со второго заброса попалась нам первая плотина. И довольно внушительных размеров. Как до этого времени, отлично. О, еще один научный сотрудник обрыгался. О, сладкий подальняк. Выстирай плоту, супер. Не скорость как-то. Супер плотва, классно. Ого, густера! Вот это да! Подними выше! Выше подними! Отлично!
дашь без окуня. Поклевки нету, анимацию делаю, поджигалку насадки, ой, осадки и жену. А, опять два, ну ты даешь! Это вообще... Так ты бросаешь метра на два. Так это красноперка, по-моему. Это красноперка. Да, какие красавчики. Ты бросаешь метров 20-30. Ну что, рыба-рыба. Как мои дети с водочки? Да нормально. Нормально? Да. Умывает, умывает опытного фидериста. У меня товарищ вообще проявляет очень браконьерскую наглость. Не, получ... надо, не надо, товарищ все время ловит, и не то, что кустерка, и летом, и зимой. Тут, короче, получается так, такой процесс. Стоит у него пружина коромысла. Получается, на одну рыба, на один крючок попадается рыба, она начинает дергать. И тем самым шевелится второй крючок. На второй крючок, из-за того, что анимация приманки происходит, на второй крючок тоже рыба клюет. Это у него уже четвертый дуплет сегодня. Это я форматы из Баку привел. Такой Баку, в новом формате ты ее брал. Баку. На чем ты? На вертолете ее привез? На самолете. На самолете? На каком? С пропеллером или реактивным? Правда, 7 лет назад был там, по-другому. Прикормка с 7-летней выдержкой. Да, все. Дело идет к финалу и обратно плохо. Давно попал. Он на халяву его поймал. На какую халяву? Поклевка была. Халяв. Да под. А ну. О. О. Опять нашел. Нашел. Так поднимай, давай царская. С курицей. Какая курица? Курица была бы, если крылы раскрыла бы. Ну, на Гайнваген, может, найдем. Да это советская. 15, по-моему. Это, понимаешь, люди бросают, чтобы сюда вернуться. Так это люди уже, наверное, нет. Они сделали для того, чтобы приз, ну, для нас, может быть, какой-то там... Это 2 копейки, наверное. 15. Ух ты! 15 копеек. Ну все. 1960. Выпала одна. Я вижу. Сейчас. Ну. 61-го года реформа была денежного. Второй год, блядь. 82-й год? 62-й год. Ну все, завтра едем за Гайнвагеном. А кто его нам даст? Как? Монеты продадим и поедем за Гайнвагеном.
а послезавтра запиздаю. Короче, о. Так это очень старое получается. Вот это вот и очень. 61-й год. А ну это еще до реформы. Это еще. А, ну, давай ее почистим. Это 61-й год, все, бля. Ты не видишь, я вижу. Что ты видишь? Так. Вот, однако, 1983 год. Вот 10 копеек. Это старое, еще до реформы. Да не. Это царское. Да не. Вот. 1961 год. О-о-о. А это 80-й год. А вот... Одна копейка, 1983 год. А это... Одна копейка... Ну, так, короче, и рыбы наловил, и монет она собирала. 900... А как ты их собирал? Вот так вот 63-й волну... 63-й год. Волну вымывает, и ты вот это увязаешь, да? Ну, видно, рыбака рыбачили или потеряли, я не знаю. И вот это с песка вымывает, и ты вот это их увидел, да? Она лежала прямо, да, волна моет и лежат. Колечко бы найти, да? Или цепь такую, грамм на 500. Да, это неинтересно. Как неинтересно? Что ты сразу потер этот самый? Джип бы купили бы, ездили бы. Да. Да. Дорогие друзья, сейчас немного вернемся к консервам. Так как многим не понравилось, и моим друзьям понравилась каша разогретая, перловая, гречневая, с мясом, мы в этот раз взяли три банки каши. Ну, две перловые со свининой и одна гречневая со свининой. Суть в следующем. Первые с утра мы завтракали. Костер еще не разводили. И разогревали на сухом спирте. Как во многих ИРП, индивидуальный рацион питания идет спирт. Мы разогревали кашу. Очевидно, от спирта она пригорела. И тут пригорела, и тут пригорела. И не такая сочная. Ну, короче, всем моим друзьям она полностью не разогрелась и пригорела, и не такая сочная. Потом уже ближе к обеду уже клев рыбы немного ослабли, уже мы ее довольно ловились, развели костер. Очевидно, тут в жару мы ее обернули жаром, и банка, очевидно, сдулась, но нигде ничего не пригорело, очевидно. Каша была сочная. И получилось очень супер. Ну, короче, тест показал, что лучше нагревать закрытую и на угле. Что это показало? Вот и все. Нашел!